еще одна беда, бедствие, которое случилось. Это мы, вот вся наша культура на самом деле покрылась, в этом я абсолютно убежден, я вижу это зримо даже, покрылась такой плесенью попсы. Наглой, беспардонной и, главное, пошлой. Сегодня нашу культуру разъела пошлость. Что такое пошлость? Вот Набоков много этим занимался, я для себя сформулировал. Пошлость – это воинствующее упрощение. Пошлость – это воинствующее упрощение. Ладно, они тихо сидели там, своими делами занимаясь, а они нет. Они говорят, мы здесь. Главные. Мы. Это вы. Никто. Это вы там можете думать, какие вы хорошие, умные, вот, но это вы ничего не значите. А мы-то, мы властелины умов, нас узнают на улице, мы богаты. Мы богаты. Это плесень, это плесень. Вот это плесень. И она, к сожалению, покрыла все пространство культурное наше. Она уже покрыла, вот чем фокус. Они стали героями современности, да. которые не, да. тон, не те по, и оно, они как дерьмо не тонут. И да, не да. плывут, что бы ни случалось. Их абсолютно не волнует, что произойдет. Ведь, понимаете, в России может произойти все, что угодно. А им все равно абсолютно, потому что они нигде.